Они боролись с ТГК, стояли на грани закрытия, но продолжали свое дело. На протяжении 10 лет дети с особенностями здоровья проводили время в старом аварийном здании. И вот долгожданное чудо. Теперь «Аватар» – новый светлый и уютный центр. Желание сделать для детей реальную помощь вот сегодня и состоялось. То есть получилось содружество правительства, власти, общественной организации дает хорошие плоды для наших детей и их родителей. Сейчас мы находимся в кабинете раннего развития по принципу Монтессори. Здесь, под четким присмотром специалистов, ребенок учится всему сам, ведь все условия для этого уже есть. Вся мебель, игрушки и даже оборудование из натурального дерева. В такой особой среде детям ничего не запрещают, ориентируются на их индивидуальные интересы. А в кабинете сенсорной интеграции уже проводят первые занятия. Весь мир мы познаем от своего тела, от того, как это относится ко мне. И вот эти все мягкие модули, они помогают детям глубоко себя прочувствовать. На всех этих тренажерах мы их учим планировать свое движение, правильно двигаться, не бояться. Вот этот шаткий мостик дети осваивают достаточно быстро, от жуткого дикого страха до удовольствия. Это такой же ребенок, просто у него другие потребности в развитии. Вот и все. Напомним, «Аватар» – это подразделение Фонда здоровья Бурятии. Руководит им Светлана Будашкаева. Она проходила обучение в центре «Мой бизнес» и получила поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Моими замечательными коллегами, с партнерами, с друзьями, я думаю, что мы будем еще много-много хорошего чего делать в этой жизни и в этих новых стенах. Теперь, благодаря центру «Аватар», возможности для реабилитации особых детей становятся шире и доступнее. Екатерина Быкова, Жаргал Арденеев, телекомпания АТВ.